Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Нижнедевицкий район, поселок Курбатово, буквально 40 с небольшим километров от города Воронеж. Хочу показать вам вот этот домик, переулок Школьный, как видите. Дом с земельным участком 17 соток. Появился у нас этот домик на продажу. Немножко расскажу вам сразу про локацию. Буквально в 5 минутах ходьбы, вот туда прямо, у нас школа. Там же чуть-чуть подальше, может быть, минут 10 ходьбы, детский сад. Сам поселок Курбатово небольшой, порядка, наверное, 3 с небольшим тысяч населения в поселке. Но, тем не менее, в поселке у нас есть автовокзал, ЖД-станция, Сбербанк, медпункт, АЗС, магазины различные. То есть поселок, в принципе, вся инфраструктура в поселке представлена для населения 3 с небольшим тысячи человека. Транспортное сообщение, в принципе, неплохое. Как уже сказал, и автовокзал, и ЖД-станция. 40, если точно, наверное, 44 километра от города получается. Дом 85 квадратных метров. Сначала пробежимся с вами по земельному участку, и потом уже зайдем, сам домик вам покажу. На участке есть некоторые постройки, хозпостройки. Домик 80-х годов постройки, кому интересно, все документы предоставим, расскажем, покажем. Давайте начнем сразу с хозпостроек. Погреб. Видите, уже заготовили хозяева. Картошечка в ящиках. Погреб по всей длине вот этого хозяйственного помещения. Зацементирован. Стеллажи различные сделаны. Следующее помещение. Это такие хозяйственные помещения, поэтому не буду тут называть метраж каждого из них. Это дровишки на случай. Пожарить там, не знаю, шашлычка. Так, еще одно какое-то хозяйственное помещение. Я так подозреваю, это был, наверное, гараж. Изначально это был гараж. Потому что, видите, ворота там у нас открываются как раз-таки туда, на улицу. Следующее хозяйственное помещение. Вот хозяйка уже земельки приготовила под рассаду на следующий год. Видите, тоже баночки на стеллажах. Достаточно много различных хозяйственных помещений. Так, летний туалет. Летний душ. Вот тут изначально у нас была банька сделана, но некому, скажем так, баньку-то затапливать, и приняли решение, переделали ее под летнюю кухню. А что, хозяйке очень удобно летом здесь готовить, провели воду, видите, водоснабжение есть, свет есть. Уж в летнее время прям очень, я считаю, классно не бегать туда с кастрюльками в дом куда-то, а можно готовить прямо в летней кухне. Так. Давайте пробежимся по земельному участку, посмотрим, что у нас здесь растет. Участок, видите, ухожен, обрабатывался. Вот здесь, вот эта половиночка, ровно 6,5 соток, росло здесь у нас все. И картошка, и помидоры, и огурцы. Капустка, видите, немножко осталась. Морковка. Земли у нас плодородные, растет все. Так, яблоники. Раз, два, три, четыре, пять деревьев здесь и... 3 дерева там. И вот тут у нас 3 дерева слива. 1, 2, 3. Так, тут несколько кустов смородины, видите. Тепличка. Накрывали ее пленкой. Так, здесь у нас клубничка. Малинка. Так, здесь крыжовник вижу. В общем, на участке есть практически все. Участок достаточно большой. 17 соток земли у нас здесь. Сажай не хочу. Аккуратно буду ходить, чтобы клубничку не потоптать. Ну что, пойдемте посмотрим сам домик. 85 квадратных метров. Общая площадь дома.
Итак, друзья, вошли мы с вами в дом. Первое помещение. 6 квадратных метров. Прихожая, да, или как это правильно назвать. Вот эта дверь у нас с улицы. Вот эта дверь у нас уже на наш приусадебный участок, на наш огород. Прямо чуланчик. Два квадратных метра. Направо кухня. Кухня 8,7, ну практически 9 метров. Да, в доме газ, вода, свет, отопление, центральная канализация. Ну и сливная яма. 8,7 площадь кухни. Потолочки не натяжные, потолки, просто смотрите, идеально, да, ровные. Побелка. Косметический ремонт недавно делали. Напротив у нас ванная, ванная комната, туалет, ну, санузел, назовем это так. Правильно будет сказать так. 8 квадратных метров, 8,1. Туалет. Раковина. Стиральная машинка тут же стоит. Помещение отапливаемое. И душевая кабинка. Так, следующее у нас помещение 16,2. Ну, зал, да? Наверное, назовем его зал. 16,2 общей площади. Батарея чугун. Окошечко на улицу. И из зала выходит у нас еще 3 комнаты. Вот эта комната 10 квадратных метров, 9,8. Следующая комната 16,6. И еще одна комната 9,6 квадратных метров. Итого у нас получается 3 изолированные комнаты и проходной зал. В принципе, состояние неплохое. Косметический ремонт делали буквально совсем недавно. Никаких таких глобальных особых вложений вам делать не придется. 1 850 000 рублей стоимость этого жилого дома 85 квадратных метров и земельного участка 17 соток. Кто-то скажет, дороговато, но торг возможен, сразу скажу, торг есть. И кто-то скажет, далековато, да, 44, если не ошибаюсь, километра до Воронежа. Но, честно говоря, как я это вижу, наверное, вряд ли проживая в этом доме, в 44 километрах от города, наверное, все-таки, но это мое личное мнение, наверное, все-таки вот на таком участке, наверное, все-таки лучше заниматься ведением подсобного хозяйства. Не зависеть ни от кого, не работать, не ездить на работу куда-то в Воронеж, а заниматься именно ведением подсобного хозяйства. Тем более, что и земельный участок, и теххозпостройки все это дело позволяют. Потому что, ну, пожалуйста, да, в теххозпостройках можно там, не знаю, и бычков, и коров держать, и там курочек, и кроликов, да и гусей, да все что угодно. И плюс у нас большой земельный участок, где можно выращивать там ту же даже и картошечку там, я не знаю, на продажу. Можно заниматься разведением цветов, да все что угодно. Участок достаточно большой. Поэтому, на мой взгляд, лично мое мнение, в принципе, проживая здесь, там, на таком удалении от города, все-таки лучше не зависеть от какого-то работодателя, не ездить куда-то ежедневно к 8, к 9, да, в город, а заниматься все-таки ведением подсобного хозяйства. Вот именно для таких людей, я думаю, стоит рассмотреть, именно таким людям стоит рассмотреть данный жилой дом с данным земельным участком. Поселок Курбатово, 44 километра от города Воронеж, 85 метров общая площадь дома. Дом после косметического ремонта, состояние видели сами. И плюс достаточно неплохой земельный участок 17 соток с большим количеством различных подсобных помещений. Все, друзья, кого этот объект недвижимости заинтересовал, как всегда, все контакты увидите под этим видео. Риэлтора зовут Оксана.
Ее, именно ее телефон вы увидите под этим видео. Все интересующие вас вопросы сможете ей задать по поводу продажи вот этого дома. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрите наш канал. Ставьте лайки, если вам видео было интересно и полезно. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Обязательно это делайте. Вот прямо сейчас возьмите и подпишитесь на наш канал. Будет еще очень-очень много интересных обзоров различной недвижимости в нашем городе. И в ближайшем, скажем так, пригороде. Поэтому не забывайте подписаться на наш канал. Все, всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока.